Более 75% неизвестных растений, которые еще предстоит открыть, уже под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования. По их мнению, почти половина всех известных видов цветковых растений также может оказаться под угрозой. Свои выводы британские исследователи изложили в докладе «Состояние растений и грибов в мире в 2023 году». Это ежегодный глобальный обзор, который проводят ученые Королевских ботанических садов Кью. Мы знаем, что почти половина всех известных нам видов находится под угрозой исчезновения – 45%. А те, о которых мы не знаем, подвергаются еще большему риску. Мы считаем, что каждые 3 из 4 неописанных видов находятся под угрозой исчезновения. Исследователи изучили взаимосвязь между риском исчезновения и годом открытия растения. Обнаружили, что 77% видов, описанных в 2020 году, уже находились под угрозой. Теперь исследователи говорят, что все неописанные виды по умолчанию нужно причислить к категории исчезающих, если не доказано обратное. Представьте, что в будущем мы лишимся половины существующих лекарств, поскольку исчезли растения, из которых их производят. Первый доклад о состоянии растений выпустили в 2016 году. В нем предупреждали, что каждый 5-й вид растений в мире находится под угрозой исчезновения. Среди угроз называли сельское хозяйство и лесозаготовку. При этом каждый год в мире обнаруживают около 2000 новых видов растений. Ученые считают, что сохранение растений в их естественной среде произрастания должно быть глобальным приоритетом.